Сегодняшнее видео будет интересно владельцам макбуков новых, то есть не вот таких вот, да, где 12-ка там, да, где у нас был MagSafe и тому подобное, а владельцев новых макбуков и Xiaomi, кстати, где у нас вот такая вот зарядочка, Type-C-шная, да. Я, честно признаться, очень сильно привык к моему старенькому, но хорошо работающему с музыкальными программами ноутбуку от Apple 2012 года MacBook, который до сих пор все воротит, дело сейчас не в нем. А дело вот в этой зарядке MagSafe. Чем она хороша? А хороша она тем, что она на магните. И в случае чего, если ты, допустим, куда-то и там сорвался и забыл, что он на зарядке, он не уйдет вместе с разъемом. То есть ты можешь как в одну сторону его цеплять, он будет заряжаться, как и в другую цеплять его, он будет заряжаться. И это была очень дико удобная штука у маков. Сейчас этой проблемы, вернее, этого счастья нет. Сейчас проблема. Сейчас у нас следующий прикол. И если вдруг ты уйдешь, ты выломаешь нафиг гнездо. То есть ты взял ноутбук по тупости просто там или забыл, что у тебя на зарядке он стоит, ты выломаешь нафиг гнездо. Он вынимается просто Type-C, то есть это не магнит. И я нашел на просторах Алиэкспресса офигенное решение. Не знаю, как эта штука зовется, называется он конвертер от Bazeus'а. Когда-то я тоже заказывал Bazeus'а, написано, что он на 86 ватт. Здесь у нас, значит, сзади прямо написано алюминиевым alloy, там все дела, грей. Написано output 5 вольт 2,4 ампера, 9 вольт 3 ампера и 20 вольт 4,3 ампера, то есть получается, да, 86 ватт. Для MacBook'а and other Type-C interface devices, то есть для MacBook'а и других девайсов по интерфейсу Type-C. И эта штука действительно спасет всю планету. Блять, Bazeus. Как всегда, куча макулатуры. И вот то, ради чего мы сегодня с вами собрались. Это то самое решение. Они уже смагнитились. По сути дела, ты делаешь следующим образом. Втыкаешь вот сюдашеньки этот самый магнит. И теперь, воткнув комплектный кабель к тому самому магниту, мы цепляем и бамс. Все. Все очень просто. Не знаю, как с той стороны будет или не будет. Да, будет. Насколько крепко? Ну, не сказал бы, что прям супер-пупер, как это на Маке сделано, да? Но даже можно, в принципе, вытащить и с этим, с самим штекером. То есть здесь прямо хорошо цепляется, но не настолько сильно. Да, это китайская шелупонь, можно сказать, да, но она будет спасать. Потому что в любой момент, когда ты взял ноутбук и вот так вот раз, у тебя остается всего лишь магнитная часть здесь. Ты не вырвешь никогда свой, значит, так, свое гнездо в ноутбуке, в макбуке, в любом ноутбуке, в котором есть Type-C. Бымс, опять-таки, не нужно там что-то втыкать, ты просто преподносишь свой кабель сюда, и он пошел заряжаться. Да, он не особо, скажем так, сильный, то есть надо, можно надавить и сорвать, либо сильно долбануть, но это же история. Это же история и у Мака, то есть можно спокойно пальчиком пихнуть, и он, собственно, слетит. Да, здесь посильнее все-таки у нас магниты, нежели у базеусовской, но сам, как говорится, факт того, что вы сохраните свое гнездо, ну, ты понял, да, о чем я говорю, гнездо вашего ноутбука, это да, это прельщает. Единственный момент, хотелось бы, конечно, это помощнее, чтобы оно держится без балды, да, то есть все окей. Хотелось бы площадку, может быть, что ли, побольше, хотя тут Type-C, но магниты, что ли, посильнее, то есть как бы вот так вот. Советовать я ее ни в коем случае не буду, потому что, ну, я не знаю, как бы не протестил ее еще, но будем гонять, будем смотреть, где-нибудь там на стримах, будем там в инсте, как говорится, переписываться обычно с подписчиками общаюсь, будем наблюдать, как она себя ведет, но пока нареканий нет никаких, то есть она заряжает нормально все, то есть подключается не вопрос, но как себя дальше магнит поведет, как все это будет дальше, это все-таки Китай, многие Китай, да, относятся так, хотя Bazeus вроде бы неплохая фирма, я, кстати, наушники их недорогие, эти вкладыши заказал, скоро должны прийти. Посмотрим, что. Ну, вроде бы, я так смотрю, блогеры хвалят так Bazeus'ы. Ну, посмотрим. Ну, вот эта штука, по крайней мере, точно спасет ваше гнездо. Пока!